Афьон пинчер или обезьяноподобный пинчер – одна из самых очаровательных пород маленьких собак. Игривый нрав, веселость, предприимчивость и преданность мгновенно превращают его во всеобщего любимца семьи. Однако, как и у каждой породы, у нее есть свои особенности, которым надо учитывать. Это одна из старейших европейских пород. Изначально она выводилась для уничтожения крыс в Германии. Первые упоминания о ней появились в начале 16 века. Родиной породы считают город Любек. Однако в это время животные были крупнее, достигали в размере 30-35 сантиметров, имели разнообразный окрас. Цвет шерсти варьировался от серого до черного и рыжего. В формировании породы участвовали на протяжении веков терьеры, вольфенпинчеры, брюссельские грифоны и, по некоторым сведениям, азиатские мопсы. Считается, что название породы произошло от слова «афе», означающего «обезьяна». Соответственно, «афьон-пинчер» дословно переводится как «обезьяний пинчер». Стандарт породы появился гораздо позже, в 1902 году. Чуть позже, в 1936 году, он был одобрен английским клубом собак Водольф и внесен в племенные книги. Середину 20 века была для породы тяжелой, к ней утратили интерес, и она почти исчезла. В 50-х годах началось постепенное возрождение, но до сих пор порода считается очень редкой.